Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала MGames. С вами Андрей Броскей. И сегодня мы поглядим зомби, или ну так и хочется сказать, зомби U, потому что когда-то она именно так называлась, эта игра, и выходила, и являлась эксклюзивом для приставки от Nintendo Wii U. Но теперь она вышла в улучшенной графике, на ПК я не знаю, но на PlayStation 4 и Xbox One 100%. Так, давайте мы заставки не будем смотреть. Нажмите крестик для начала. Компания. А стоит отметить, что игра на русском языке. Это несомненно плюс. Так, сыграй в зомби. Сколько ты продержишься? Таблица рекордов. Настройки. Давайте быстренько в настройках глянем, что есть. Управление. Управление два раза. Это сейчас. Изменить настройки управления. Это просмотр управления. А звук идет еще из джойстика. Обычно, когда идет звук, обычно я уже забыл просто, когда слышал из динамика контроллера звук. Ну ладно. Так, настройки экрана, настройки звуки, бонусный контент, титры. Все это меня мало интересует. Давайте приступим, чтобы не затягивать. Игра... Есть два режима: обычная игра и игра на выживание. Ну мы будем в обычном. Естественно, выберем первую сложность. Выживание, как оно есть, или плюс. Для новичков без рейтинга. Давайте выживание, как оно есть. Нормальный уровень. Прикольно. Поставили на сложность трус, и сразу хочется выбрать нормальную сложность. Никто себя не может посчитать трусом. Алхимия богатства. Ого, так она еще и полностью на русском. Смертная пелена покроет землю, и неготовые окажутся в ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Не внимал, да. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший создателя. Интересно, а на Wii U она была на русском? Творение. Я даже не в курсе. Наверное, на русском 100%. Заново. Монпельер. Ubisoft Монпельер представляет. Блин, ну когда она вышла на Wii U, это был Unreal. Я мечтал просто в нее поиграть. Конечно, модельки персонажей PlayStation 2. Но будем надеяться, геймплей перекроет этот недостаток. Я рисую здесь по стеклу кистью. Не думайте, что это за звук. Сюда! Иди на станцию! Да, ты... Но они молодцы, они недостаток графики. Вот Wii U все-таки не особо мощная консоль. И они... Ого, там же геймплей пошел. Они вот всякими эффектами постарались это закрыть, какими-то бликами на экране. Но это очень здорово. Нет, это не был геймплей, к сожалению. Тоже считаю недостаток. Вот чем там думали? У кого там головой беда? Написали во время на заставке кружок внизу и не исчезает надпись. Так же делать нельзя. Такой огромный этот круг. А, чтобы бежать, нужно удерживать L3. Вот какая штука. Ну что я могу сказать? Это было здорово. Фу, можно отдышаться. Ноги есть, ног нема. Это летающая камера, а не человек. Осталось совсем чуть-чуть. Обыскать пусто. Это прикол. Бежать от зараженных. Видение. Так, я проверяю все кнопки.
Ага, R2 толкнуть. R1 быстрый разворот. Ну, пойдет. Так, создать преграду или открыть? Создать преграду. Нужен молоток, чтобы создать преграду. Вопросов нет. Так, R3, чтобы использовать фонарик и удерживать R3, чтобы включить-выключить дальний свет. Фонарем пользуйся осторожно. Свет привлекает зараженных. Да и батарейки нужно экономить. Прикол. Так, ну дверь пока закрывать я не буду, давайте обыщем. Пусто. Ха-ха-ха. Ну вы знаете, самое первое впечатление, достаточно яркие. Хочу вам сказать, сделано все здорово. В свое время игрушка получила, ну, выйдя на Wii U, она получила, это я на битое стекло наступил, кстати. Прикол. Это для Wii U она получила неплохие оценки, а вот когда она вышла в переиздании для консолей текущего поколения, ну, в принципе, и Wii U тоже консоль текущего поколения, ну, я имею в виду для PlayStation 4 и Xbox One, то... Так, эту дверь нельзя открыть. То... Так, они меня засекли. Ну, нормально, в общем, убежать мы смогли. Это краткое такое вступление. Я, честно говоря, думал, что подольше мне дадут побегать. Ну, окей. 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 Так вот, выйдя на консоли текущего поколения, такие как Xbox One и PlayStation 4, она, честно говоря, получила не супер оценки. Не страшнее реальности. Так, вовремя мы встретились. Кладовщик. Я живой. И я приветствую тебя в убежище. Знаешь почему? Я умею выживать. Ага, это верь мы в убежище. Верь или не верь, но я давно знал, что все случится именно так. Видишь ту штуку на верстаке? С экраном. Бери ее. Чего тут? Чего происходит? А, это я лег поспать, сохранился. Но я не планировал этого делать, окей. Мне тут надо куда-то добраться, куда я пока не разберусь. Использую пропуск, необходим пропуск, окей. Фонарик у него во лбу, видать. Видите, как он смотрит фонарем. Просто привязал, видать, ко лбу. Ну, нормальная тема. Ага, вот. Верстак. Вот. Твое детище. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Так что я за тобой пригляжу. Не помешай. Прикол, планшет жизни, да. Свет. Сейчас вот у меня звук идет из джойстика, это видишь, прикольно, конечно. Но я понимаю, что это в данный момент нужно было смотреть бы на геймпад View, на экран, и оттуда бы тоже шел звук, потому что Sony, будем откровенны, она своровала идею с динамиком в джойстике, это было еще на Wii. В стандартном контроллере, то есть динамика, и они, конечно, подглядели. Так, наша задача включить генератор. И давайте его искать. Прикольная карта, я представляю, реально просто представляю, как это выглядело бы на контроллере. От Wii U. Это было бы здорово. Отражение. Отражение передает привет. Короче, не завезли отражение в стеклах в эту игру. Странно, на PlayStation 2 даже в Silent во втором все отражалось, как положено. На PlayStation 4 в современных играх отражение... Теперь ты видишь, что делаешь. Возвращайся и посмотри на мониторы. Так. Ну, со светом, да, пободрей. Вот опять насчет отражения тут. Вы поняли, короче. Стекла из металла делают. Это в Лондоне.
происходят события, значит, в Лондоне делают стекла из металла. Они, в общем, ну, как раньше были зеркала. Ну, в смысле, не стекла, а зеркала, да. Раньше просто металл полировали, и такие были зеркала, в общем. Так, ознакомиться с заданием. Видишь? Последний мой подопечный. Вышел без планшета, и что в итоге? И вот еще. Мор. Мешок оперативного реагирования, типа. Полезная штука. Да, не нравится мне, что ног нет. Ну, вот как они сделали? Я чувствую себя неполноценно. Просто открыть. Нажмите R3, чтобы использовать фонарик. И удерживайте R3, чтобы... Чтобы что, блин? А, ну да, понятно. Два режима. Дальний и ближний. Ну, окей. Найдите предыдущего выжившего. Сейчас мы за ним отправимся. Вопросов нет. Да у него стопудово пропуск. Конечно, с L3 они придумали. Нужно поменять. Где тут у нас управление? Изменение срока управления. Удерживая L3 бежать, это 2005 год. Угу, понятно. Не дают нам переназначить кнопки. Это просто беда. Умный прицел. А, как это звучит. Позорно. Давайте закроем дверь, чтобы мы к нам гости не зашли. Опаньки. Ну, атмосферненько. Так. Выживший где-то здесь у нас. Он, по всей видимости, остался. Мне вот интересно, двери лучше закрывать или открытыми держать? Пока что игра мне реально квест напоминает какой-то. Зайди в правильную дверь. Так, чтобы использовать чего, нажмите треугольник. Ага. Окей. Не привередничай. Бери уже биту. Считай это негласным договором всех выпусков. Если тебя укусит, то ж не будет просто такой помощи. Это у нас сначала положено. Предыдущий выживший получается. А теперь загляни в мор. Там вроде должны быть пистолеты и патроны. Без них никуда. Чтобы открыть рюкзак, значит, нажмите тачпад. Окей. Да, и снова эта фишка. Я просто представляю, как это меню бы выглядело на геймпаде у Wii U, когда ты смотришь реально просто на джойстик. Так, что у нас? Окей. Я вижу бита, пистолет, 8 патронов, фонарик 99, аптечка для дробовика, да, патрон для пистолета. Мое снаряжение. Молодцом. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. Задание. Ну все так достаточно приятно сделано. Ползунок такой огромный, это реально для того, чтобы просто это вести на джойстике вниз его ползунок, это понятно. Так, счет выжившего, мои навыки. Окей, тут можно прокачивать персонажа, моя карта. Выглядит обалденно. Мой блокнот, руководство и мои ресурсы. Ну, в принципе, все очень-очень даже пока что, ну, круто. Так, убрать преграду.
нужен молоток. Парень сам молоток добрался сюда за рюкзаком-то. Так, что нам поднять? А вот и молоток, да? Нет, это патроны для пистолета. Радар просто огонь. Как переключать? Вот, допустим, я хочу пистолет. А, я сразу назначаю. Все очень-очень здорово. Допустим, влево бита, вправо пистолет. Вниз, вниз нифига, вниз аптечка нет. Вниз варианта нет. Вправо и я с пистолетом. Держите L2 для выстрела. Ну круто. Чё? Правда, как-то целится он так, как будто голова у него где-то справа находится. Вот, как будто... Ну вы поняли. Ладно, давайте дальше. Я думаю, просто с пистолета лучше... 20 часов без сна, и твой котелок перестанет варить. Не забывай про сон. Особо тут лучше не стрелять из пистолета, потому что тут набежит, наверное, местных. Поэтому мы потихоньку будем. Вот зеленая стрелка постоянно туда показывает. Я пока что не знаю, что. Как-то вот это, значит, я не был в этой двери, если она зеленым горит. А, да, прикол. Нужно теперь... Rent-a-car service. Машину здесь можно арендовать. Что-то машины тут отсутствуют. Перелезть. Окей, я сделал круг. Давайте выскочим через стекло. Интересно, батарейка восстанавливается или нужно будет... Или нужно будет, в общем. Или нужно будет... Я просто заблудился. Тут можно в дверь вот зайти. Я думаю, я же тут был, почему оно это самое. Тоже, убрать преграду нужен молоток. Там ногами можно там любую преграду убрать. Зачем? Зачем молотки? Island. Не, ну в Dead Island там было бодренько все. В Dead Island было все весело. Там, я бы даже сказал, там остров этот тропический. Все там, блин, веселятся. Ладно, это я такой краткий экскурс тут по локации провел. Бежим, в общем, на точку, куда показывает стрелка. То есть слишком я затянул. Неудобно удерживать L3, вот потом, конечно... Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. Вот там вот после такого, и потом просто аналоги... Они подключены к камерам ВТС превращаются, не пойми во что. Это в супермаркете рядом с тобой. После такого управления. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать. Все думают, ВТС надежный, раз подключены к штабу полиции. Но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. Я серьезно. Это игра, в которой хочется закрывать за собой дверь. Пора даже дверь, двери я закрываю. Пройтись по магазинам. Чтоб лучше, ну, так сказать, уберечь себя. Блин, ну серьезно. Нажимая L3 и удерживать его, я помню просто во времена, это первый Killzone PlayStation 1. Чтобы назначить предметы на ячейке. Ну, я назначил пистолет. А, двойной даже клик. Нифига себе. Как будто кнопок на джойстике просто нет. Вправо два раза аптечка. Прикольно бить было джойстиком. Я помню, в Wii U была реклама, что нужно махать просто контроллером. Он такой громоздкий, я представляю, там дома могли домочадцы в голову получить, там, когда ты играешь в Zombie U на Nintendo Wii U. Если вдруг ты в наушниках и, допустим, рубишь, и там подошла, допустим, девушка и говорит там... Дорогой, я тебе там сварила там борща, ты в это время замахиваешься через правое плечо, там, на, короче.
Главное, чтобы она в этот момент с борщом, с горячим не подходила, потому что будет беда. А вон он, парень, гляньте, там. Я ему посвечу, Понятно. ему сос. Три точки, да, там, три тире. Три точки. Ну, что-то он не реагирует, короче, на мои сигналы. Так, ну, экскурс нужно сделать. Хоть и показывают нам стрелка в ту сторону. Без пропуска ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. Серьезно, что он сканирует это? Ха, вот это здорово, Лянди, он сканирует. Так, еще разочек. Блин, труп так дернулся, я реально уж занервничал. Трофей нет. Что значит красное вот это вот? Он живой, что ли? Газеты я нашел. Замечательно тут просто. Без газет никак. Реально. Прикольно, что на карте показывают то, что ты просканировал. Ну, конечно, не прикольно то, что с планшетом, ну, со сканером этим ходить нельзя. Да, круто, серьезно, мне нравится. Так, вот у нас тут еще две. Только, блин, конечно, удерживать L3 этого, простите, я не могу. И поменять это нельзя, это просто беспредел. Да, сканер прикольная игрушка, можно так баловаться. Очень-очень здорово. Тут у нас лестница вниз, но что-то желание спускаться у меня особо нет. Давайте сделаем еще марш-бросок на левую сторону этого подземки мы находимся. Так, а ну-ка, если его засканировать. Карта обновлена. Трофей есть у парня. Блин, ну сканер просто лучше, серьезно. Чё там, девчонка приуныла тут. Пригорюнила. Дверь заперта, окей. Окей. Сканер. Забаррикадирована дверь. Ну, мы сейчас медленно к нему подойдем. Да ладно. Чего, блин? Нет, так зомбака долго забивать, конечно. Но я надеюсь, он прокачается, мой персонаж потом будет. Ча, короче, делать. Комод обыскать. В комоде, походу, нифига нет. Блин, ну вы знаете, мне очень нравится, серьезно. Я на Wii U просто представляю, какие были бы яркие впечатления, просто с учетом вот этих всех примочек, ну, прибамбасов, таких как джойстик. Это было, не знаю почему, игра недооцененная, потому что, наверное, просто на Wii U немного другие играют игроки, а не такие игры. Ну, в общем, аудитория немножко другая. Так, мне показалось, это точка, это ручки. Окей, что здесь? Здесь у нас предмет пропуск. Есть, пропуск нашел. Убрать преграду, нужен молоток. Окей.
Это странно, но через ту дверь я прошел, а она... А, я понял. Это она открывается. Я, если ее открыл, она открыта. Да. Нормально. Теперь я въехал. То есть двери, которые я могу пройти, и я их, получается, закрываю, они синим отмечены. Окей. Так, пропуск есть, но у нас еще там внизу парень скучал. Давайте проведаем его. Давайте сканер нам поможет. Интересно, износ доски есть? Вот у меня так, ну, что я ношу там? Для крикета какая-то фигня. Или для какой-то... Чёрт, у тебя гости! Гляди на радар! Я надеюсь, не сломается эта палка, которой я его бью. Это парни красным, это они тоже как бы живые? Или чё происходит? Да, перелезть самое именно то, что нужно. То, что нужно было сделать, это перелезть. Интересно, будут подниматься вот эти? Зависит, куда я попаду? Наверное, зависит. Блин, тут ну, все ниже и ниже можно спускаться. Не-не-не-не, я понял, окей. Давайте тут еще небольшой тур по этой локации. Ну, вот, тут куда-то можно залезть. Ну, неспешно он, конечно, поднимается наверх. Но это я вернулся, в общем, назад. Так, давайте, ладно, двигаем дальше. Где у нас тут? Что-то звуки. Реально стрёмные звуки какие-то. Так, окей. Это убежище мое детище. Я когда-то водил дружбу с типами. Звали себя Ворон и Дини. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждет. Так, 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 так. Закрыть. Закрыть это здорово, но лучше посканировать. Большая аптечка. Патроны для пистолета. Чё, тут был крест такой огромный. Куда он исчез? Ладно. А, наша задача добраться до рынка на Brick Lane. Вот эта вот дверь, она откроется. Да, тут видно все офигенно просто. Окей, окей. Вот, пожалуйста, вещь. Шоколад. Повышение скорострельности. Офигенно. А, ну это надо, наверное, к верстаку вернуться. И тогда все будет окей. Thank you.
Святому Павлу мы сейчас будем двигаться. Чуанди предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума, даже искал лекарства, панацею. Но все это сказки. Ты же понимаешь, что лекарства нет. Объясняю. Это я все задал. Для безопасности. Все, можешь входить и выходить. Странно только, что на карте отмечались и все поисчезало. Это странно. Куда и сама карта исчезла? Рынок на Бриклей. Сканируй каждый распределительный блок. Чтобы я их взламывал и включал камеры. Как именно карту саму обновить? Написано, карта обновлена, карты реально просто нет. Это фигово. Может, тут этих парней стоит им голову разбивать сразу, чтобы они потом не вставали. Ну реально жутко, жутко. Вот эти звуки неприятные. Кровожадная орда тебя уже не пугает? Ну, жизнь твоя. Не-не-не, туда я не планирую пойти. А тут нельзя перейти? А, там можно обойти. Блин, как полноценную карту получить? Хорошо, карта обновилась. Из хорошей карты тебе тут сразу конец. Да, теперь вопросов нет. Это я что-то тупил. Давайте зайдем в этот переулок, поглядим, что тут к чему. Да, что-то мусорные ящики не особо содержат полезных вещей. Да, с картой реально полегче двигать. Выглядит здорово вот этот туман такой. Не знаю. Картинка очень крутая. Я понимаю, что на Wii было немного послабее, но я уверен, что там тоже было все очень здорово. Световые гранаты могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. Тут кто-то жил, не тужил, походу к нему тут в гости заглянули. Карабкаться, ладно, пока никуда мы не будем карабкаться. В
Вот у меня вопрос, какая цель все-таки в этой игре? Я понимаю, да, тут, ну, давайте карабкаться, вылезем куда-нибудь. На крышах мы оказались. Что значит трофей, да? Вещь. Я реально просто все атмосферно. Только вот цель, какую преследует наш главный герой, мне до сих пор не понять. Ну, как бы выжить, это одно, но... Давайте еще просканируем немного. Да, тут навалом, гляньте, просто для сканера всяких полезностей. Можно засканироваться, засканироваться просто. Жалко, нельзя как-нибудь тихо подошел, короче, к подруге. Вот все равно подходишь. А, получается, все, что я засканировал на сканере. И там не было, но получается... Что-то я запутался. Просто тут вот... Здесь показывал какой-то предмет. Сейчас нет. Наверное, было пусто, но никак не пойму. Там пишет трофей да, трофей нет. Что это обозначает, я пока не разберусь. Это пролез, видать, это закрытая дверь. Или открытая? Пофиг. Сейчас закроем. Тут рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление – лучшая стратегия. Люк – это путь в убежище, требуется отмычка. Там вообще дверь сканером не берется. Окей, возвращаемся в убежище. А, тут вот так. Сразу не убежишь. Понятно. Это у нас быстрое, по сути, перемещение. Fast travel. Ну так вот оно реализовано. Окей. Люки нужно закрывать, наверное, не нужно, да? Зомби просто тут нормально, они по канализациям не шарятся. Там сыро, плесень, грязь, боятся, видать, заболеть. Черное пророчество я нашел, окей. Опа, мина. Осторожней с этой штукой. Ставь мины, только себя не подорви. Дорогой Джун, прости, но мы не согласны с твоим толкованием пророчеств. Ты циклишься на части о горящей земле, а мы считаем ее предостережением и советом помогать людям, а не стоять в стороне. Я знаю, ты злишься на нас с Роном за спор на последнем собрании, но пойми, для нас лучше перебдеть. Если мы ошибемся, мир хотя бы станет чуть лучше. А если мы правы, но не поторопимся... Вся планета окажется в опасности. Жаль, что ты этого не понимаешь. И нет, мы не хотим тебя заткнуть или перекричать. Я знаю, что ты это сказал за Балем. Но все равно слышать это было очень обидно. Мы ценим твой опыт. 100%. Именно поэтому я настояла, чтобы тебя позвали.
Но мы не дети, хоть и не разделяем твою точку зрения. Совет поручил мне временно отстранить тебя от собраний, чтобы вернуть тебя в строй. По их словам, твоя эффективность снизилась. Я не стану этого делать, потому что еще люблю тебя и знаю, как сильно тебя расстроит исключение. Но соглашусь. Я уезжаю из Клермон-Феррана, чтобы поискать в библиотеке что-нибудь о чумных докторах. Но к ночи костров я вернусь, позвоню, и мы отправимся на площадь Александра смотреть народные гуляния. Я так скучаю по нашим вечерним прогулкам. С любовью, Сандра. Балок. Сандра Балок и Леонардо Ди Каприо передают привет, короче, так. Окей, ну вы знаете, все здорово. Вот, ну, о, кстати, я могу улучшение, по всей видимости, прикрепить. Да. Скорость чего-то. Правда, обозначение пока что я не пойму, что это скорость. Скорость перезарядки, видимо. Хотите выполнить улучшение? Да, хотим. Ну, как бы и все, по идее. Пистолетом, правда, ни разу я не воспользовался, но я думаю, еще мне предстоит это сделать. Так, есть у нас снова наш дрын. А, вот это обещаю, все закончится здесь, где началось. Защищаю убежище. Твоя жизнь зависит от него. Так, и как нам переложить? Мы можем переложить некоторые вещички в это. Ну вот, я думаю, как-то так. Там еще мина была, давайте ее заберем. 6 слотов свободно в рюкзаке. Мину я одну с собой прихвачу. Я неправильно не до конца понял, как оно, ну, визуально это обозначает, где я нахожусь, в рюкзаке или в коробке в этой. Так, ну что, наша следующая задача. Где? Давайте засейвимся, конечно же. Потому что тут могут, наверное, голову не туда повернул, голову могут оторвать. Правильно, рюкзак смысла снимать нет, вдруг, если на быстрой ноге понадобится быть. Все правильно парень делает. Дорогой Джон, ага, прости, понятно. Но мы не согласны с твоим приговором. Дорогой Джон, прости, это будут нам теперь зачитывать эту молитву бесконечно. Зря. А мы считаем ее предостережением и советом помогать людям. Прикольно здесь реализовано, насколько я знаю. Еще это со мной беды не случилось, но вот как получается, если убивают персонажа, то весь его лут, который он с собой утащил, он, получается, остается именно на месте, ну, лежать. Ага, вот я дверь закрою. Ясно, триангулирую. Ищи в супермаркете, только осторожней там. А, вот как они. Они заходят спокойно. Ну и головы мы спокойно. Я говорю. Видите, он ее ногами невидимыми буцает. Ну тебе, сволочь. Да, напугала меня эта девка. Двери, в общем-то, особо не спасают. Как видите, я закрыл ее, но там буквально несколько секунд, и зомбак внутри. Это тоже очень здорово. Так, отмычки нет, двигаем дальше. Я просто реально боюсь заходить, я поэтому долго танцую на месте. Так. Тут можно кучку навалить, присесть. В уголок. Так. Закроем дверь за собой. Да, фонарик восполняется, это замечательно. Пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность.
Не, ну тут все вот эти прибамбасы, то есть, я не знаю, тут и должен быть такой неспешный геймплей. Просто, как обычно в играх, нужно куда-то бежать. Здесь же, по сути, наша задача просто выживать, то есть, ну, сходить в супермаркет, я так понимаю, там за какой-то провизией. Поэтому, то есть, все сканирую и особо не двигаюсь вперед, получается. Что-то за птицы, безумные птицы. Вороны глаза мне не выклюют. Так, рынок на Brick Lane или Late. Вы цените этого парня? Я ноги не сломаю, если отсюда спрыгну. Давайте проверим. Ага. О, это его корефан, походу. Обозлился, блин, за то, что я друга обидел. Прости меня, реально жесткая игра. Вот это вот. Так, а что там с жизнью? Она восстанавливается. Я смотрю, не собирается. Ну давайте съедим шоколадку. Вот. Ага, здоровье пополняется вообще лихо. Вы обратили внимание там? Да, будем иметь в виду, что лучше с высоты не прыгать. Нужно засканировать тут. Короче, такой блок, распределительную коробку или что он там сканировал в прошлый раз. Для того, чтобы карта появилась, потому что без карты, конечно. Все печально. Шоколадка снова. На шоколад поправляет здоровье. Блин. Ну давайте, ладно, с радар нам показывают сюда. Заблокированная дверь. В смысле, он показывает куда-то. Это на всякий случай просто. Просто чтобы потом не было беды, чтобы я кирпичи тут возле себя потом не складировал. Назад я смогу вылезти, то есть не смогу, получается. На, помогите, я уже хочу назад. Полиция, спасите меня. Ну, полицейские сейчас нам помогут, если что тут. Что поднять? Как это поднять? А, сигнальный огонь. Стамина не расходуется, интересно. Черт, он подключен к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи. Куда внутрь? Ну вот меня тут и съели. Так, дверь-то я закрыл. Фу, блин. Реально? Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. Может, убрать груз, реально, разрядить обстановочку? Груз. Груз выдержит вообще, просто реально, они там тарабанить перестанут.
Так, что это такое? Доски. Ура! А вот тоже, на самом деле, зомби, они бы подумали, что я уже ушел отсюда. Они ж не тарабанили бы постоянно. В морозильную камеру давайте выскочим. Блин, ну туман, конечно, круто выглядит. Ну, это, я не знаю, это туман или что это такое. О, блин. Вы поняли? Это девка? Так, давайте проверим. Это вроде девка. Короче, повесилась, по всей видимости. Ну, или может ее повесили, или она сама вздернулась. Потому что тут атмосферка тревожная. Заграждение, чтобы... Ищи молоток. Без него часть двери не открыть. Что значит трофей? Да, зомби. Энергетик. Употребление этой продукции естественно пополнит здоровье. Окей. Да, реально, я на измене просто. Так, что это? Рюкзак полон, отлично, блин. Давайте схаваем энергетик. Блин, постоянно я тут на крестовину нажимаю и... Не то делаю. Ну, флайеров у меня, конечно, миллион. И молоток. А пока будешь там грать, все, что не привинчено, твое. Здорово, молоток, он в рюкзаке, хоть не нужно, он не занимает слот рюкзака. И это плюс. Локация огромная, карты очень просто не хватает. Это зомби. Поэтому у него нет башки теперь. Твою дивизию. Что это такое? В рюкзаке, конечно, мало места. Совсем. Это... Как-то больше нужно просто. Надеюсь, в дальнейшем можно будет расширить рюкзак, потому что сколько там всего предметов? 3, 6, 7, 14 слотов. Это совсем мало. Улучшение разброса. Здорово, я поднял для пистолета. Уменьшение разброса, да. Это, скорее всего, было написано. Поднял очередное улучшение, теперь нужно вернуться. Назад нужно будет улучшить пистолет. Блин, просто, конечно, сношение башки, это жестко.
снова рюкзак полон, это доски у меня или что это такое, это что? Блин. Все, патроны тоже не улазят. Можно, кстати... О, ничего себе. Физикс передает привет. Так, ладно. Консерв, рюкзак полон. Наше следующее задание какое? Я уже вроде как... А, он показывает стрелка, а я туда не иду, куда нужно. Когда найдешь щит, подключи к нему планшет и включи камеры. Ой, блин, животное, господи, это мышь. Как она меня напугала. Сканируешь расстрел блоки, я взламываю их и подправляю карту. Взгляни на планшет. Вернуться в комнату отдыха, убежище. Ну, тут все неплохо. В общем, будем иметь в виду, что в магазине дофига провизии. Можно будет сюда вернуться. Жизнь, конечно, вот... Что жизнь... Ой, блин. Что жизнь уходит постоянно, я понять не могу. Блин, опять этот... Ну, как они так... Это ж нужно было придумать. Нужно уметь чуть-чуть освободить. Патроны для пистолета снова я подобрал. Коктейли Молотова из классика. Порой против классики нет приема. Коктейль Молотова — это здорово, да. О, блин. Привет. Пробирайся к тому лазу, что я показывал. Доберись обратно целиком, ладно? Да, я патронами просто реально заполнил весь рюкзак. Блин, я ж тут всем головы подбивал, чё они кричат. Что ж ты делаешь? Эй! А ну отвечай! Вас заразили, короче, это было жестко. Я не думал, что смогут просто схавать, там еще такой кусок жизни оставался. На ровном месте. Алло.
Итак, тебе удалось вернуться. В главном зале есть сейф со знаком ворона. Пора показать, как он работает. Все готово? О, девка, да ты что? Короче, это напоминает мне Манхант, как будто я попал к какому-то психу в лабораторию. Артём, тебе направляется чумная орда. На подготовку 5 секунд. А теперь бегом. Чёрт, как не вовремя. Орда на подходе. Смотри на радар. Просыпайся! У тебя под дверью уже целая орда! Задраить люки! Что происходит? Какие в сраку люки задраить? Я серьезно, я просто не могу понять, что значит, что он хочет, где планшет, какая задача. А, убить всех зараженных, понятно. Так бы и сказал, задраить люки. Задраить люки. А, это я просматриваю, где что я могу достать, получается. В Market City у нас стрит аптечки, патроны, еще какие-то неизвестные предметы, окей. Короче, задраить люки, это идти просто убивать типов. А я ж девка играю, вон она верещит как. Да блин, подымишь ты уже раз обыскиваешь. Ну что ты будешь делать? Там была какая-то газировка. Я на сраную крестовину нажимаю, опять пытался выбрать по-быстрому этот коктейль. Буду знать. С мозгами у них, конечно, беда, но инстинкты, как у зверей. Так о них и думай. Видишь чумного, помни. Это ни сосед, ни друг, ни родственник. Они все мертвы, а эти твари украли их лица. Блин, ну где, я ж радаром зафигачил, чё? Да откуда они с потолка падают, окей? Мамочка! Необходим пропуск. Нифига нема, ну давай. Молодец. Но несколько тварей прорвались раньше, прикончи их. Да сколько можно? Будут зомби, блин. Не иди сюда.
Так, ладно, что нужно сделать? Наверное, все-таки нужно зафигачить этого последнего. Иди сюда. Думаю, хорош. Все чисто. Отдохни, теперь можно. Как отдохнуть? Иди поспи. Без хорошего сна никак не обойтись. Иди поспи. А, не, могу открыть. Я думал, у меня пропуска нет. Так, ну ладно, друзья, что ж, короче, вот такое вот знакомство с зомби-ю, я реально просто немного перенервничал, пока, блин, разобрался с управлением еще, много этого. На сегодня будет достаточно, завтра уже плотненько в него поиграем. Вот, спасибо огромное всем за компанию, кто смотрел, не забывайте подписываться. Зомби-ю внесено в расписание, будем проходить, так что, если вам интересно, то жду вас завтра. Вот, а так всем хорошего времени суток и пока.